Ну вот еще одна песня Аркадия Северного, это где-то к 60-м годам относится, начало 60-х. Клав к струночку, лицо белее бумаги, и сидит, не понимает и ничего, а вокруг все киномаги да заломаги, да заслуженные члены ВТО, что ни слова в Астраяне да Феллини, что ни запись из Навур да Адамо, так и всяко не крутили да финтили, а на деле добивались одного. Клавочка, вам водочки, а может помидорчик? Клавочка, позвольте вас на разговорчик. Как самый под своими в круг твоей девчонки крутится да вертится лысые мальчонки. А снабженец Соломон Народович Лившиц в дедроновом костюме цвета беж обещал сообразить японский липчик и бесплатную поездку за рубеж. Говорил ей, как он хаживал по Риму, как в Гонконге с моряками пировал. И глушил он клавку так, как глушит рыбу, и без пощады в раз и наповал. Клавочка, вам водочки, а может помидорчик? Клавочка, позвольте вас на разговорчик. Как самый под своими в круг твоей девчонки крутится да вертятся лысые мальчонки. Тут сидел еще один лохматый гений, тот, которого поймут через века. Он все плакал возле Клавкиной колени и бессвязно материл Бондарчука. Все просил он и искал какой-то сути, все кричал, что на себе один ответ. А в конце вдруг заявил все бабы суки и немедленно отчалил в туалет. Клавочка, вам водочки, а может помидорчик? Клавочка, позвольте вас на разговорчик. Как самый под своими в круг твоей девчонки крутится да вертится лысые мальчонки. Ну а третий все развешивал флюиды, докосил многозначительно зрачком, намекал, что он знаком с самим Феллини, а по роже ведь не скажешь, что знаком. Клавка к выходу пошла, как чумовая, задыхаясь и шарахаясь от всех. Тут Кузличенко, внук Феллини, друг Чухрая и свояченик самой Софи Лорен. Клавочка, вам водочки, а может помидорчик? Клавочка, позвольте вас на разговорчик. Как самый под своими в круг твоей девчонки крутится да вертятся лысые мальчонки. Клавка смотрит вопросительно и горько, ей не видится, не дышится уже. В этом диком и цветном, как автогонка, восхитительном и жутком кураже. Но опять шуршит под шинами дорога, и мерцает дождевая колея, и едет утречком на лекцию дуреха восхитительная девочка моя. Клавочка, вам водочки, а может помидорчик? Клавочка, позвольте вас на разговорчик. Как самый под своими в круг твоей девчонки крутится да вертится лысые мальчонки.